Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Экологическое ЧП на реке Битца. Посмотрев на пруд, увидели, что вновь у нас замор рыбы. Новый год прошел, но вручение подарков продолжается. Это что такое? Держи, моя дорогая, тебе телефон. С Новым годом тебя! Спасибо. Подведение итогов конкурса «Елочные игрушки» – праздничный наряд для лесной королевы. Фотографии не всегда были качественные, но родители молодцы или там дети постарались, сделали много фотографий одной поделки. 7 января в администрацию муниципалитета обратились обеспокоенные жители поселков Битца, Измайлово и Вырубово, сообщив о сильном химическом запахе пене и мертвой рыбе в местном пруду, впадающем в реку Битца. Представители отдела экологии администрации и Росрыболовства в тот же день выехали на место и зафиксировали нарушения. В ходе проверки стало известно, что источники загрязнения находятся на территории города Москва. Подробности в нашем следующем сюжете. Новогодние праздники жителям поселка Битца омрачил неприятный химический запах, появившийся от местного пруда утром 7 января. После плотины, вот здесь на стоке, стоит пена высотой около 5 метров. То есть, вот видите, внизу находится вода, а пена поднималась выше уровня земли, на которой мы находимся. Вот. Все это, как я уже сказал, сопровождалось зловонием. Посмотрев на пруд, увидели, что вновь у нас замор рыбы. Погибли не только десятки рыб, которых местные сами разводили в пруду, но и практически все утки. Жители сразу же обратились в администрацию. Мы привлекли федеральный отдел Росрыболовства, которые приехали незамедлительно, зафиксировали, то есть составили акт. В настоящее время здесь находится межрегиональное территориальное управление Роспроводнадзора для того, чтобы тоже отобрать пробы в нескольких точках. Уже через пару суток пену смыло вниз по течению реки Битца. Жители винят в случившемся московские предприятия. Здесь в 300 метрах находится производство «Фаберлик». В ту ночь там был пожар, видимо, были раскрыты цистерны, где хранились концентраты вот этих моющих веществ, и все приплыло сюда. То есть самая большая печаль состоит в том, что нет никаких очистных сооружений. Как выяснилось, проблема существует уже не первый год. В Завьяловский пруд сливают стоки также ТЭЦ-26 и Мосводосток. Два раза в год происходят сбросы из Мосводостока. Надо принципиально ставить вопрос администрации, на наш взгляд, с Москвой договариваться о том, чтобы у них были свои для локализации этих сбросов свои очистные сооружения. Сейчас по нормативам, получается, их нет там. У нас неоднократно уже были замечены данные виды нарушений. То есть то мы замечаем, что у нас ТЭЦ-26 загрязняет наши ручей нефтепродуктами, периодически очищая свои очистные сооружения ливнестока. То сейчас мы получаем информацию, что был пожар на складе «Фаберлик». Мы хотим, чтобы это все-таки вышло на межрегиональный уровень. Федеральный отдел Росрыболовства по факту загрязнения водоема и мора рыбы уже возбудил административное дело производства. Представители межрегионального территориального управления Росприроднадзора отобрали пробы воды в точках сброса и далее по течению реки и начали свое расследование случившегося. Жителям же остается надеяться, что виновники экологической катастрофы наконец-то будут привлечены к ответственности. Татьяна Брылова, Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе сохраняется отрицательная динамика роста заболевших коронавирусной инфекцией. За праздничные каникулы выявлено почти 1000 новых случаев. Видновская районная клиническая больница переполнена. Врачи неустанно борются за жизни пациентов. Очередное чудесное спасение совершила заведующая третьим инфекционным отделением Анна Данилова. Подробнее в сюжете Юлии Погосян. Как дела у вас? Нормально. Домой? Отлично даже. Домой настроены уже почти? Да. В понедельник пойдем? Пойдем. Сейчас контрольные анализы повторим. Да. Если все хорошо, мы вас отпускаем. Спасибо вам большое. Для 58-летнего пациента из Одинцова все самое плохое позади. Да, ему еще предстоит длительный период восстановления, но его больной будет проходить в стенах дома, в кругу родных. Видновскую районную клиническую больницу Аркадий Мартиросян поступил в конце декабря в тяжелом состоянии. У мужчины сахарный диабет, он инсулинозависимый. Пациент был доставлен
Парк «Патриот» – это так называемые легкие койки, где, куда первично поступают пациенты, у которых небольшое поражение по КТ. Там ему начата терапия, но на фоне терапии состояние ухудшилось. При повторном КТ у пациента выявлено поражение легких до 94%, и он переведен в нашу реанимацию. В нашей реанимации пациент находился на неинвазивной ЭВЛ и после стабилизации состояния переведен в отделение. В третьем инфекционном отделении ВРКБ под наблюдением заведующей отделением Анны Даниловой пациент находился еще 2 недели. Самостоятельно дышать не мог, лежал под кислородом. У пациента развилась картина цитокинового шторма. В связи с этим состояние его резко ухудшилось. Но пациенту вовремя были введены специализированные препараты. После этого была проведена трансфузия антиковидной плазмы и скорректированное лечение по диабету. Видновским специалистам удалось стабилизировать состояние больного. Сегодня его жизни ничего не угрожает. Я верил в Бога, что Бог помочь нашему медику, и через них они мне лечили. Они свою работу делают очень хорошо, очень любовью. Я доволен. От врачей до этой уборщицы. Все они очень хорошо относятся к нам. Для Аркадия Мартиросяна больничная эпопея подошла к концу. Дома его ждут жена и 5 дочерей. А прикованными к койкам в отделении остаются 70 человек. Третья инфекция специализируется на лечении больных коронавирусом с рядом сопутствующих заболеваний. Сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевания печени и почек. С пневмонией мы также первые столкнулись из других отделений. И в принципе мы первые используем различные методы. Новые схемы лечения, новые препараты. Соматические есть тяжелые, онкологические больные. И у нас очень опытный персонал, очень профессиональные медсестры, которые могут оказать и экстренную помощь. Врачи стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Каждый из нас в силах им помочь, если будет соблюдать элементарные правила личной безопасности. Носить маски и перчатки, часто мыть руки и обрабатывать их санитайзерами, соблюдать социальную дистанцию и ограничить посещение общественных мест. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ. Несмотря на то, что новогодние и рождественские праздники подошли к концу, Дедушка Мороз со Снегурочкой продолжает вручать подарки юным жителям Ленинского городского округа. На этот раз дорогие гости побывали у Софии Тимошенко из поселка совхоза имени Ленина. Пришли они, конечно, не с пустыми руками, а с целым мешком подарков. Это что такое? Держи, моя дорогая, тебе телефон. С Новым годом тебя! Спасибо. Красивый и современный телефон был давней мечтой 10-летней девочки. А желания детей, как мы знаем, должны обязательно сбываться. Ко встрече с волшебником София подготовилась. Для гостей у нее был свой сюрприз – песня. Мы тебя так долго ждали. Добрый Дедушка Мороз. Дед Мороз пришел к Софии не случайно. Она не только хорошо поет, но и рисует, и танцует. Девочка – большая гордость для мамы, которая одна воспитывает 4 детей. Она очень хорошо учится, мне за нее не стыдно. Я открываю электронный дневник, и я смотрю только 4,5. Мне душа радуется. Такой дорогущий телефон ребенку. Это огромное спасибо. Не устает говорить спасибо и сама София. По ее словам, она словно оказалась в волшебной сказке. Мне очень приятно. Ощущение создается, как будто бы какая-то королева. Накануне новогодних праздников сотрудники госавтоинспекции совместно с волонтерами провели акцию, направленную на профилактику вождения в нетрезвом виде. А в течение всех больших выходных сотрудники ГИБДД проводили рейды, в ходе которых проверяли водителей на предмет употребления ими алкогольных напитков. О результатах этих мероприятий расскажет Максим Козлов. Трезвый образ жизни. Не пей за рулем. Так, в двух словах, инспектор ГИБДД сформулировала смысл акции, которая прошла у одного из торговых центров Видного. В ходе недолгой инструкции волонтерам рассказали о том, как общаться с водителями, раздали листовки. На них призывы к автолюбителям и несколько цифр статистики. Здравствуйте, извините, что мы вас беспокоим. Мы волонтеры молодежи, сейчас участвуем в профилактическом рейде. Вот, да, чтобы вы были как трезвый водитель, пожалуйста, постарайтесь не употреблять спиртные напитки за рулем. Если уж так получилось, то воспользуйтесь услугой трезвый водитель. Держите.
Вполне предсказуемо, водители отнеслись к участникам акции довольно дружелюбно. В случае, если с автолюбителем поговорить не удавалось, листовку ставили на лобовое стекло под дворники. Госавтоинспекция Ленинского городского округа напоминает водителям, гражданам округа, приезжим, гостям нашим о соблюдении правил дорожного движения, о недопущении употребления алкоголя за рулем, выпивши, чуть-чуть выпивши. Такого понятия у нас отсутствует. Последствия очень тяжкие, поэтому есть такая пословица: выпил, за руль не садись. Не только о трезвости за рулем в этот день говорили с автолюбителями сотрудники ГИБДД, но и обращали внимание на общее соблюдение правил дорожного движения. Бывают такие случаи, когда водитель при совершении дорожно-транспортного происшествия покидает место ДТП. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что однозначно сразу водитель попадает под лишение водительских прав. И, соответственно, штраф накладывается. По информации отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Ленинского городского округа, за дни новогодних праздников на дорогах округа было проведено несколько рейдов, в ходе которых было проверено более 150 автолюбителей. Нетрезвых водителей среди них выявлено не было. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Видное ТВ. В Центре детского творчества «Импульс» подвели итоги конкурса «Елочные игрушки. Праздничный наряд для лесной королевы». В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы внесли изменения в правила проведения конкурса. Участники предварительно присылали только фотографии своих работ, которые оценивало жюри. Стоит отметить, что количество конкурсантов от этого не уменьшилось. Конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы» в нашем муниципалитете стал уже доброй традицией. В преддверии новогодних праздников у учащихся школ и центров детского творчества есть прекрасная возможность проявить фантазию и сделать своими руками елочную игрушку. Он зародился у нас в прошлом веке и зародился очень необычно. Это были 90-е годы, когда в районе нечем было елку наряжать. И Моисей Исаакович Шамаилов обратился к нам: сделайте, пусть ваши дети, ваши учащиеся, сделают игрушки на елку. Ну, и здесь, с моей стороны, как бы встречное предложение: а давайте сделаем конкурс. А в этом году он прошел уже в 26-й раз. Правда, из-за пандемии организаторам пришлось провести его дистанционно. Участникам необходимо было прислать фотографии своих работ на сайт «Импульса». Фотографии не всегда были качественные, но родители молодцы, или там дети постарались, сделали много фотографий одной поделки. И мы, конечно, могли это оценить. Жюри работать было трудно. В конкурсе приняли участие 558 юных жителей Ленинского городского округа в возрасте от 6 до 17 лет. В этом году было 6 номинаций. Елочная игрушка, символ года, предмет новогоднего интерьера, папа, мама, я, творческая семья и коллективное творчество обучающихся. Это дети не более 2 человек. Варвара Микалюк вместе со своей мамой для конкурса сделали игрушку «Символ года». Образа такого не было. Начали потихонечку смотреть, что больше подходит, какой цвет подходит. В основном цвет предлагала Варвара. Говорит, давай сделаем красный. Так потихонечку сделали челку, мы сделали как нашего старшего сына. У него длинная, да. Мы решили такого сделать современного, озорного. Ребята для своих изделий использовали различные техники и материалы. Делала эскизы, потом раскрашивала стекла контурами и витражом. Главной сложностью для членов жюри было оценить всю красоту детского произведения по фотографии. Оценка конкурсных работ проходила в онлайн-формате, но это не помешало увидеть даже с экранов компьютера, с фотографий, сколько вложено в эти работы души и сердца детских. Как убедились члены жюри, присваивая награду участникам, наряжать елку – это целое искусство. Победителями конкурса «Праздничный наряд для лесной королевы» признаны 126 человек, а 18 из них удостоены гран-при. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.